Актинидия каламикта, доктор Шимановский, это одновременно и плодовое, и декоративное растение. Внешне она выглядит, как лиана, с бело-зелеными листьями в мае и розовыми в июне. Ягоды овальной формы, вытянутые до 2,5 см в длину. Созревание происходит в августе, после чего плоды сразу же опадают. Лиана доктор Шимановский является редким видом для средней полосы и чаще встречается в южных районах. В последнее время при правильной посадке и уходе возможно выращивание в любом климате. Растение обладает множеством достоинств, главное из которых легкое выращивание при условии соблюдения правил посадки и последующего ухода. Так, лиана будет радовать окружающих своей красотой и вкусными полезными ягодами. Актинидия каламикта, доктор Шимановский, это лианы высотой 300-500 см с типом роста, сильнорослый. Цветет растение в месяц май. Окраска цветка белая. Лист растения по форме эллиптический. Весной листва по цвету зелено-бело-розовая, осенью листва желтая, розовая или красно-фиолетовая. Актинидия каламикта, доктор Шимановский, имеет средний срок созревания. Его плоды созревают в месяц август-сентябрь. Плоды имеют массу 3 грамм. Форма у плода широко овальная. Вкус сладкий, мякоть среднесочная. Плоды можно потреблять на переработку. Важно, что актинидия каламикта, доктор Шимановский, самобесплодный, женский. В качестве места выращивания прекрасно подходит теплица, открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.